Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим комплект светодиодных ламп от компании M-Lux, серия Orange Line, на цоколе H11 с температурой свечения 5000 Кельвин. Поставляется комплект в фирменной упаковке. Внутри у нас упакованы две светодиодные лампы. И также есть небольшой шестигранник для фиксации ламп. Данные лампы полностью металлические, включая посадочный цоколь. Мощность данных ламп, как заявляет производитель, 28 Вт. На каждой лампе используется по 12 светодиодов. Также имеется по две системы охлаждения на каждой лампе. Активная в виде кулера и пассивная в виде радиатора. Лампы подключаются на питание 12 вольт с помощью стандартного разъема. На проводе питания есть вот такой вот металлический драйвер, герметично заклеен, пыль влагозащищен. Вторая лампа абсолютно идентичная. Одну из ламп мы сейчас подключим на 12 вольт и визуально посмотрим, как она будет отсвечивать. Подключаем 12 вольт. Лампа вот так вот ярко отсвечивает. Напомню, мощность ламп 28 Вт, цветовая температура 5000 Кельвин. Белым световым потоком отсвечивает данная лампа. После установки таких ламп в любой автомобиль обязательно нужно выставлять правильно светотеневую границу, дабы не слепить других участников дорожного движения. При покупке на комплект ламп распространяется гарантия. Дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.